Ладно, ребят. Собственно, всем привет официальный. Добро пожаловать. Мы продолжаем играть Нир Автомату. Проходить сайт-квесты. Мы прошли сколько там? 80%. Еще 20% сайт-квестов. И закончим. Однако, перед тем, как мы продолжим дальше с сайт-квестами, тут оказалось, что в архиве после прохождения игры был довольно... интересная информация касательно машин и, ну, возможно, красной девочки. Точнее, девочки вот этой в красной, которая была в каком-то смысле физическое олицетворение интеллекта искусственного и типа того. Хотя это даже неправильно. Но все же. Давайте прочтем и посмотрим, что у нас тут написано. Возможно, мы получим какие-нибудь ответы насчет финала более, не знаю. Погнали, посмотрим, сейчас узнаем. Так, ладно, погнали. Наблюдение. В то время как сеть машин живых... Нет. В то время как сеть живых машин была разрушена после краха башни, много ранее неизвестной информации о живых машинах и инопланетянах было извлечено из под обломков. Окей. Дальше. В рамках этого анализа мы составили исследования и гипотезы, касающиеся как живых машин, так и формы жизни, у которого кодовое имя N2, широко известно как девушка в красном. Ха. Окей. Которая, как мы думали, командовала всеми машинами, собственно. Довольно забавно. Дальше. Живые машины — это оружие, созданное инопланетянами. Единственная команда, что им была дана, приказ, что им был дан, это... учитывая их поведение, было победить своего врага, победить врага, одолеть врага. Окей. До сюда понятно. Дальше. Однако... Однако, по всей видимости, их способности расти и эволюционировать зашли слишком далеко. И в конечном итоге они убили своих собственных создателей. Окей. Дальше. На данный момент живые машины... признают, как бы это лучше сформировать. На данный момент живые машины признают, что цель победить врага, для того чтобы эта цель была, требуется какой-то враг, требуется какой-то определенный враг. Ага. И они пришли к противоречивому заключению, что их нынешние враги — это андроиды. Не могут быть полностью уничтожены, иначе у них больше не будет врагов, которых нужно будет одолеть. Хм. То есть, ну вы поняли, по сути, как я понимаю, тут в двух словах пересказывается весь сюжет игры, ребят. Да, окей, идем дальше. Так, для того, чтобы устранить это внутреннее противоречие, живые машины намеренно начали
как это сказать, дефекцию неполноценности, отрез от их сети, правильнее будет. Разнообразие вектор развития для всех машин. Это является также причиной некоторых более особых живых машин, таких как Паскаль и Лесного Короля. Дальше. Между тем, машины, что были отрезаны от сети, начали процесс саморемонта, самостоятельного ремонта, с учетом окружающей их информации. Пока наконец-то не достигли отремонтированного состояния, как новая форма сети. Были также обнаружены следы человеческой памяти из квантованного сервера старой модели, показывающие, что она была интегрирована в них, собственно, в машинах, во время заключительной стадии процесса роста этих машин. Забавно. На указанный сериал были записаны выкинутые записи, скажем так, проекта Гешталь, а также информация о человеке, который первый успешно был первым успешным примером проекта Гешталь. Блин, нажал на это. Забавно. Дальше. Получив информацию о человечестве, структура сети снова изменилась. В то, что можно назвать метасетью или концепцией, если заимствовать слова машин. Это привело непосредственно к формированию эго, которое мы определили как N2. То есть девочка в красном, вот это. Итак, подведем итоги. Сотню лет мы сражались с сетью машин, что является, по сути, своей призраком человечества. Мы жили в тупом, гребанном мире, где мы вели бесконечную войну, в котором мы не могли бы проиграть. Все ради какого-то совета человечества на Луне, что даже не существует. Короче, ребят, в двух словах все это. Блин, забавно. Так. Я не знаю, зачем все это, но я клянусь, что убью каждую эволюционирующую тупиковую живую машину, а также каждого мудака, что стоит за проектом Йороха. Окей. Офицер анализа информации Джек С. То есть? Вот почему мы увидели знакомое место из первой части. Библиотеку, точнее. Да. Ну чё, ребят, чё думали? Я надеюсь, вы всё поняли, вроде бы нормально всё перевёл. Специально даже задержу слоня некоторых моментов, чтобы сделать как надо. Короче, это в двух словах сюжет мира. Именно
глобального сюжета. Не личных историй, а именно глобального сюжета, сопротивления и так далее, машин, возникновений их, ну, в каком-то смысле и так далее. Забавно. Это довольно забавно. Татарчик, я не знаю, кто второй. И понятия не имею. Так, ладно. Окей, теперь у меня никаких вопросов насчет девочки в красной не осталось. Все. Теперь вот, вот реально не хватало вот этого файла. Блин, почему они сюда его засунули, а там, не знаю, не сделали какой-нибудь ролик, что ли, посвященный этой, как типа того. Блин, ну реально можно было его пропустить. Так, что у нас тут? В смысле? Как бы Блаундеры так назвали девочку, вот эту девушку в красном. Где тут у нас? Вот, тут в самом начале. Так. Из-под обломков нет. Вот, в рамках этого анализа мы составили исследование и гипотезы, касающиеся как сетью живых машин, так и формы жизни codename Энтию, широко известна как красная девушка в красном, короче, которая, как мы думали, собственно, командовала всеми. То есть, Алис, да, походу. N2, NIR 2. Гешталь, то, что сервер с данными, которые они использовали, и, собственно, по сути, из-за этого эти машины вели некоторые себя как люди и так далее. Собственно, сервер, что был использован, это был очень старый сервер, в котором были записи касательно проекта Гешталь, а также информация о человеке, который был первым успешным примером процесса гештали. То есть, по сути, главного героя первой части. Ну и, собственно, вот где тут еще. Вот. Получив информацию о человечестве, структура сети снова изменилась. Да, снова. И стала тем, что можно назвать метасетью или концепцией, заимствованной у людей. Так вот. Собственно, это привело непосредственно к формированию эго у того, что мы определяем как N2. Такие дела. Так, забавно.
Итак. О, господи, там Эмиль. Итак, давайте посмотрим следующий сайт-квест. Из активных у нас нету ничего. В этой главе еще должны пару сайт-квестов быть. Так. Ну, это гонки. Гонки мы оставим напоследок. А вот тут непонятно что. Так что идем сюда сегодня. И посмотрим, что это так. Так. Лес-центр. Так. Лес. Отсюда. Ладно, вот Вейт правильно написал. Сетью было какое-то количество, просто в итоге они поглотили мелкие сети и остались только две большие. Собственно, одна, что пытается воевать, не выигрывая до конца, и вторая, которая была сборной солянкой. И уже из нее появилась... Она, собственно, девочка. Так, ладно, погнали, посмотрим, что там. Фому, потому что неправильно все получилось. Потому что, по идее, я должен это выкинуть на следующий месяц. Потому что я написал-то после. Прошло 12 часов ночи, и потом что в итоге делать? Так что придется в этот месяц так делать, а на будущем я уже всех предупредил, чтобы так больше не делали. И сразу писали. Если нет, то выкинуться на следующий месяц. Да пошли вы там. Орите. Так, мне нужно пройти. А ну отойдите от них. Оставьте это место. Валите. Подожди, что такое? Валите отсюда. Воу. Пожалуйста, я вас прошу. Чё? Пощадите их жизни. Пожалуйста, я прошу вас. Пощадить животных. Не показывать милосердие. Пощадить. Хорошо. Мы пощадим твоих товарищей. Спасибо тебе. Но в любом случае, почему у тебя все эти животные тут? Давным-давно я спас раненого животного. Я не помню причину. Максимус, ты... Притворяешься или не понимаешь? Но, похоже, нет. До тебя не дошло до сих пор. Это существо привязалось ко мне. Оно шло за мной туда, куда я шел. Мы играли вместе, когда мы могли. Она была теплой. Она делала меня счастливой. Интересно. И теперь, когда я нахожу какое-либо животное,
что является слабой или раненой. Я привожу их сюда. Я наблюдаю за ними, пока они снова не будут здоровы. Спасибо, что вы их пощадили. Пожалуйста, посети нас снова. Мы всегда будем рады тебе, вам. Увидимся. Че, это все? Робот-ветеринар. Окей. А квест закончился? Да? Че, серьезно? Это весь квест? Окей. Блин, и почему-то мне этот квест даже не засчитали. Охотились. Правда, лось мне, ну, лося мне не нужно было убивать кабана. Итак, ладно, подойдем к телепорту, посмотрим, что у нас там дальше. Так, главы. Мы сейчас примерно тут. Так, общих квестов еще 6 штук. На НС это окей. Окей, и где еще эти 6 квестов? О, господи. У нас что, живая машина в чате появилась? Так, что-то я больше... А, вот. Нет, это гонка. И больше ничего нету. Странно. Ну ладно. Так, в лагерь пойдем. Какие сундуки считаться за квестов? Не, я этого не может быть, ты что? ТЗ. Ну окей, погнали, погоняем. Максимус, когда я отказывался от реквеста на королевскую битву? Когда это было? Я не помню, чтобы такой реквест вообще был.
Там был реквест на кое-что другое, который я отказал. Так что не придумаю снова, окей? Это уже не первый раз. Блин, Эмиль тут еще тусит. Какого черта? Вали ты отсюда. Так, давайте возьму себе сет на скорость. Этот. Что у меня тут? Окей. Так, это надо убрать. Мегаломан, да, уже зачитывал. Все. Это было довольно интересно. Пару вопросов получили мои, получили ответы. Максимус, никогда не было такого. Было кое-что другое. Были реквесты фильмов про Бибера, которые я отказался взять, потому что ну нафиг такое говно стримить. Это единственное, что я не принял на стриме. А вот «Королевскую битву» я с радостью приму. Это хороший фильм. Так что не знаю, что тебе мерещится. И откуда ты это взял опять? Так. Ну да, заменили на остров Джованни. И что-то еще там было про зомби. Ну вот, собственно, вот из-за таких вот вещей, собственно, потом идут какие-то странные слухи от того, о том, о чем никогда не было. Вот придумают всякое, а потом, да. А ты говорил, а ты делал. Когда? Где? Что? Так, блин, где эти чипы сраные? Вот. Так, это на 12 ставить, на 3. Все, больше нельзя. Так. Стойте, это что, не гонка тут, что ли? Хода нет. Странно. Но была бы гонка, тут должен был быть. Мемиль, вали отсюда! Орать, потому что он тут какую-то дичь крутит. И опять. Где мой квест? Я хочу от Эмили избавиться. Потому что он, походу, мешает появлению квеста. Кстати, но Time to Wait, тот, кто зареквестил ее, тоже говорил, что там последние
дни говорил, что типа очень хороший. Что-то прямо. Ну, я вряд ли до них доберусь за 4 часа. Да и ладно, посмотрим. Так, Эмиль, надеюсь, он оттуда исчез. Нет. А, да, исчез. Он теперь возле бункера. Или нет? Ну вот, засранец. Я не могу пройти квест, потому что он сидит и тут мешает. И пугает квестодателя. Точно, я забыл. Может, квесты в бункере? Хотя нет, ничего. Так. Господи. Так. Точно, точно. Может, тут какие-то квесты есть? Что-то не так? Да, что-то не так. Так, нет, ничего. Загляну везде. Кто знает. Может, что-то есть. Нету ничего. Окей, я хотя бы его проверил, и тут нету ничего. Погнали обратно в лагерь сопротивления. Надеюсь, Эмиль респаунился в другом месте, чтобы не путался под ногами. О, вижу, песик присоединился к стриму, как всегда. Так, вижу, Эмиля нет, хорошо. Слава Господу. Теперь я смогу взять эти квесты. Или квест, точнее. Хм, странно.
странно. Слушайте, мне квест указывает тут. Наверху нет ничего. Внизу тоже. Я знаю, что вот с этой хренью должны быть квесты. Наверху пишет. Приветствую, Дарья. Как замечательно просто. Вот, прошел, сейчас занимаюсь сайдами. Что делать? Где мой квест? Так, подождите секунду, сейчас вернусь. Так, Вильдиан, квесты, которые остались выполнить, это share квесты, то есть общие, 6 штук. Тут должна быть гонка, но ее нету, тупо нет квеста. О, Туби, подожди секунду, вот эта машина, она еще живая, тогда уничтожим ее. Нет, нам, думаю, стоит подождать. Ну, короче, он на нас не нападет. Прекрасно, стрим упал. Там что-то насчет того, что его основной... типа, диск памяти или типа того был уничтожен. И он не сможет, типа, на нас напасть, типа того. Так, ребят, раз, два, три. Работает? Я нашел квест. И, возможно, мы сможем узнать что-то интересное, если изучим его. Давайте изучим его. Сейчас.
Сейчас я одолею мелочь, которая мешается. Ну что ж. Я попытаюсь восстановить некоторые из его поврежденных схем цепей. Зачем? Для того, чтобы мы узнали больше о машинах. Ты не думаешь, что, по крайней мере, это стоит попробовать? Ну, если ты так говоришь. Итак, однако, для того, чтобы это сделать, мне понадобится этот действенный винт, нетронутый винт, для того, чтобы закончить ремонт. Мы, возможно, сможем найти один такой в остатках других врагов. Под, найди местоположение соответствующих врагов. Так. Местоположение цели обнаружено на карте, короче. И все же, я до сих пор не уверена, если это хорошая идея. Чем больше данных у нас будет, тем лучше будет вообще в тюбе. Мы сможем использовать этот винт для того, чтобы починить машину. Эту машину. Окей, погнали. А, стоп. Ну, вообще-то он у нас уже есть. Привет, ребят, всем привет. 47 минут спустя. О, даже 47. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут. А как... 110. Я был Ману ХЗ, что-то там, человечество. Запрос на состояние стат, типа того. Хм. Она может разговаривать? Хм. Похоже, оно воспроизводит какого-то рода данных. У машин нету никакого сознания, знаешь. Мне удалось вытащить кое-какие данные из его памяти. И, похоже, тут информация касательно завода, где он был построен. Я сохранил их в читабельном формате. Окей. Ой, чё, серьезно? Бушидо. Привет, Сейгер. Привет, Бушидо. На Твиче. Блин, спасибо, что сказал. Я забыл. Просто иногда забываю эту фигню. На Вию же нету Нира. И не будет. Максимум на Свиче. Ай, блин. Это фигня. На Wii U же нету нерва. Блин. Twitch еще глючит тут у нас. Хорош. Сорян, ребят, если кого-то ввел в заблуждение. Это все? Нет, похоже, там больше. Но мне понадобятся дополнительные запчасти для того, чтобы получить доступ к остальному. О, господи. Так, давай посмотрим. 4 древних этих винтов. Одна большая шестеренка. Будет достаточно для того, чтобы заполнить пропасть, дыру. В его цепи памяти. Ну, достаточно справедливо.
Или просто справедливо. Или хорошо. Так, окей. Ты узнал что-нибудь из этих данных? Построение и так далее, как его построили. Итак. Воспоминания Энглиса. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Так. 14 февраля. Что такое интересно? Запись отгрузки 14 февраля. Одобрение 14 февраля. Четыре юнита произведено. A, B, C, D. Я думал, что-нибудь пополезнее. Да, понятно почему. Так себе инфа. Но, может быть, что-то пригодится. Ладно, смотрим дальше. Бушидо, где-то в конце месяца, вроде бы. Фумо, если это что-то, что не противоречит, сам знаешь чему, то постримим, посмотрим, в чем проблема, не вижу. Так, четыре штуки. Погнали. Сейчас мы их добудем. Кстати, это... Где у нас тут? А, это считается за другой квест. Да. Изучение машин первое, изучение машин два. Хорошо. Возможно, тут что-то интересное дальше будет. Ой, стоп, не тот билд. Так. Экипировать. Ну да, возможно, там 5 стадий или типа того, я тоже так думаю. Хотя нет, стоп, еще гонки считаются. Как отдельно. Что, как минимум, еще гонки. Их там вроде бы 3. Не сказали кто. Так, 1 из 4 получит. Ну, Фума, я про то, что как бы я понимаю это, потому что у нас были такие примеры у нас в стриме, но, блин. Если я буду смотреть, и ты его будешь смотреть, как минимум 2 человека уже будут смотреть. Поэтому нормально. Как бы я буду смотреть, мне все равно. Как бы я сделаю full screen и смотрю. Звук вперед бежит. О, господи, опять эта срань. Ребят, скажите, а у остальных как у вас со звуком? Вот, например, сейчас. Блин. Вся часовая запись похерена. Ой, господи. Вот, смотрите. Норм? Норм звук. Синхрон. А, фу, слава богу. Сейгер, да, будет. Завтра, кстати, я дома, поскольку у нас тут шоперу дейтрейни сраные. Поэтому завтра я не иду на работу. Так что, да.
Сейгер будет, но позже, там, не знаю, в 11, возможно. И, кстати, дверь я там уже нашел. Окей, со звуком все норм, спасибо. За ответ. Значит, это исключительно у тебя было. Вижу, ты уже отписался. А, это труп. Воу! Еще один. О, 62-й левел. Ну, Сейгера, вообще-то у меня было это из-за ОБС иногда. Бывало пару раз. Почему-то он так работал, приходилось его перезагружать. Но, к счастью, в этот раз было неизвестно. Так, окей. Следующее место. Дерево. И так, вот они, твари. Стоять. Собрал 3. А мне нужна еще один. А их и нету. Больше отмечено на карте. Фигово. Нужно самому их найти. Кстати, сегодня в Америке Нира Автомата вышла официально. 10 числа в Европе, 17 в Стиме. Если кто-то забыл. Опа. Сюда. Эмоцию за что? Хезы. Странно, что они не могли запустить 23 февраля во всех регионах. Возможно, какие-то там хезы. Бумаги типа того. Я не особо разбираюсь. Или может быть печать дисковая типа того. Кстати, там появились первая информация насчет продаж Нир Автомата в Японии. Ну, за первую неделю 200 000 копий продали только в Японии.
И там только физические версии, как я понял, учитываются без цифровых. А учитывая, что она вышла еще одновременно в Китае и в Корее. Эмоцию, ты издеваешься? Это дофига вообще-то. Это очень много. Посмотри продажи других игр. Ну, кроме игр Nintendo, которые продаются по 3 ляма. За... Ну ладно, это уже другое. Как бы финалка и персона побольше продались, но... Все равно. Довольно достойный результат. Да, и первые рецензии появились. Фумо, ты сравнил Final Fantasy 15, которая популярна и известна сильнее, чем Нир, который является более менее популярным. Так что это очень много даже. За неделю всего лишь. Но через месяц там будет и полная и больше. Причем это только диски, без цифры. А в цифре там сколько должно быть еще? Вагон. У меня у одного тоже цифра же. И не только у меня. Японка. Не могу найти последнюю, еще одну детальку. Пытаться телепортироваться куда-то, может они респаунятся. Ну, бегемот. Надеюсь. Так. Слушай, чувак, больше туда, да не, я сомневаюсь. Это не Зельда, она не получит 100, но 95 возможно. И не получит она 100 из-за концовки, скорее всего, которая вышла, хотя это хотя зависит. Она вышла довольно логичной, учитывая все обстоятельства и то, что мы говорили. У Эмилия, если попробовать. О, кстати, смотрите, тут квест появился новый. А, это там с тем чуваком. Окей. Так, Эмиль где-то. Вот когда он нужен, его нет. Вот что за подстава, а? Ладно. Пока ищем эту срань, пойдем дальше.
эмоции. Он мешал запуску квеста. Что я мог сделать? Мне нужно было как-то избавиться от этого. Фума, а вот не надо, это там точно не обычное РПГ. Это не обычное РПГ. Вообще. Это нифига не обычное РПГ. Так, ладно, думаю, тут порежу запись.